Как ваш? Да нормально потихонечку. Сейчас в Краснодар еду. Посмотреть на город. Ну да. Да, да. Типа того. А мне он вчера звонил, про ипотеку спрашивал. Да, он сказал, что он с тобой виделся. Он сам на тебя вышел, да? Да-да-да, я ему звонил месяц назад, уже не помню по какому поводу. А, не, на 9 мая звонил, он говорит, я перезвоню, я сейчас занят. Вчера позвонил, говорит, ну вот я тебе и перезвонил. Чего? Нормально. Рядом сидят. Да, как твои? Что-то удивительно. Рядом с морем живете и болеете. Что ты говоришь? А, да. Жена как раз не догадывается, да? Куда едете? Да, туда, да. Да. Сегодня последний день отпуска, так что сегодня никак. Говоришь? Да. Сейчас. Ну и летом, будет. Да. Да, на госслужбе отпуск большой. Да. У нас холоднее, чем у нас. У нас 30-ник. Не, а у нас в тени 30-ник. На солнце я не знаю, не меряю. Я таких вещей не знаю на солнце. Мы никогда на солнце не меряем. Ну да. Прохладненько.